привет. Монголия, день второй. Ребята, рыбалка полным ходом прет. В другой кепке, значит, это уже другой день. Три дня, три кепки, как у женщин. Вечернее платье, так у меня кепки. Так вот, по рыбалке. Значит, снасть сплетня сейчас попробовали. Ну, довольно сложно на ней ловить, но одного хорёса уже успели вытащить. Народ отловился мало сегодня. Сейчас так зайду, чтобы не так много ветра было за холм. Народ отловился не так много сегодня. Было довольно много сходов. Ездили на озеро Верхнее. Сейчас пока будет ужин, то есть, точнее будет обед через минут 20-30, наверное. Сейчас вот сплетню хочу попробовать раскидать. В целом все неплохо. Была баня вчера, ну, снимать, естественно, не стал, все мужики голые, потом искупались в ручье после бани два раза. Ну, в общем, супер. Завтра последний день. Вот сегодня надо отловиться максимально. Погода только вот свои коррективы уносит. Ветер снимать даже, ну, слышите, наверное, что шумы. Поэтому вот. Что еще? Ну, будем пробовать. Смотрим дальше. Поперли. Вот сюда в ручей, если бросить, надо в струю именно попасть. И тогда он должен брать. Но мы сейчас один омуток попробуем. Я думаю, что там должно быть интересно. Но красотища, конечно, нереальная здесь. Слышите шум? Это шум вот этих порогов этого водопада. Попробуем сейчас вот сюда бросить. Возможно, стоит, мушек ждет. Возможно. Вот так вот. Это что, был удар уже? Или всплеск? Давно хотел в этом месте проверить. Здесь очень мелко и камни на дне. Сейчас вот сюда. Опа! Там яма хорошая, там крупный по-любому стоит. На озеро ездили, на Верхнее, откуда он должен скатиться после нереста. Но не скатился еще, здесь его немного. И там погода вообще не дала половить. В основном блесны использовали, колебалки, вертушки разного размера. Оп, ударчик, всплеск прям рядом был. Вот он, красавец, второй. Сразу же ударил. Понятно, где он стоит, где поворот идет. Ну, небольшой, но приятный. Где ухарёк? Где мой дуплет? Вот они, два штуки. Сначала мелкий ударил, потом крупный. Ну как крупный? Тоже не крупный. 200-граммовый
даже нету. Грамм 150. Вот не за таким хариусом, конечно, мы приехали. И уж тем более не за тем мелким. Но приятно, черт возьми. Кровь сразу у него прет. Аккуратненько. Отпускаем. Один ушел. Теперь мелкий. Ну, этот совсем мелкий. Прям. Что тут? Ну, это вообще первый дуплет. Я не слышал, чтобы дуплеты были еще. Выживешь? Выживешь. Если взяли дуплетом, значит, там местечко интересное. Туда и будем сейчас посылать снасть. Ребята, это Монголия. Ха-ха-ха. Это круто. Трофеев нет, но такой скучать не дает. Самая крупная рыба вчера была поймана. Кило 70. 1 килограмм 70 грамм. Вот она и. Как только струя доходит, ничего не надо делать. На перекате он и стоит. Небольшой, но ну приятный хариузочек. Тихо. Боец. Вот такой. Вот такой красавец. Просто красавец. Плыви. Сегодня от нахлостовиков слышал такую тему. Не знаю, но говорят, что у хариуса температура тела 3 градуса. Так как в холодной воде, они так говорят. И когда мы своими руками берем его, температура тела человека 36,6. И что от, либо надо рыбу брать либо в перчатках, либо намочить сначала. Вот. Руку. Так как рыба потом погибает. Насколько это правда, пишите в комментарии. Может быть, есть специалисты по хариусу, по нахлысту. Моя это первая рыбалка. Удар, по-моему, нет. Вот в этом месте, возле берега, не знаю, видно по видео или нет, где вытек из струи, все три удара там были. В метре от берега. Сейчас потихонечку подтаскивать. Казалось бы, на муху мелочь только клюет, но пока крупных не было. Но результативность выше. Именно сегодня результативность интересней. Сплетня рулит. Что могу сказать? Вот туда зашлем ее подальше. Смотри, свечка, видал? Свечка. Свечка, говорю.
есть, говорю, блядь. Это Хариус. Хариус хорошенький такой. Голубой весь. Какой-то. Смотри, какой красавец просто. Вообще суперский Хариус. Это, наверное, мой самый большой. Ну, грамм 400, наверное. Да я тут достану. Не. Вот он. Я снимаю. Что там у тебя? Осман. Осман. Кровь сразу херачит. Я его отпущу. Оживи давай. Он, я его не повредил, ничего. Пакет есть. Ну, если не отойдет, надо будет достать его. Ну, лежит, я его даже не это. Он... Харьков, ну. Он засекся так немножко. Да можно блесной его подтянуть сейчас. О! Ну, такой красавец вообще. Да потому что у него это. Как сказать? Да, нарушен. А блесна-то сработала. Ну, да. Чего не говорят, что он не сопротивляется? Нормально он? Нормально он тянет. Нет, он где-то большой тянет. Он дернется, потом как это... Балласт висит.
нормально уже. Там и все одинаковые османы, которые вылавливают, да? Марика стартует у берега. Фотография какой-то? Я не хочу форсировать события. Подводу камеру поставить. Он сбоку зацепился. Но сидит хорошо. Домой хочет. Че, куда его деваем? Да, выпустите, куда? Залез кога, что палку не сломай. А, может так-то. Видишь, сбоку атаковал? Ну, атаковал, промазывает. Ага. Щука! Почти пошел хариус какой-то. Как он, блядь, что он там не идет-то? Вон он, хариус здоровый. Хариус, прикинь! Хариус! Да! Ловили хариус на джиг как могли. Ну короче, мы будем считать, что он взят. Отпустили его. И далеко прям взял. Взял далеко? Угу. Через кусты что-то продирал, раз он сел. Кто? Шумовка. Поперло, вон у Олег что-то тащит тоже. Хариус! Нет, вон он. Маленький. Ну он промахивается, походу. Да? Промахивается. Ну промахивается. Блять, такой красивый хариус этот, голубая, аж такой даже не видел. А он чем крупнее, чем у него раскрытки красивее. Да, отдали. Вот такой хариусочек. Воу-воу-воу, плыви. Ты чего? Третий день мы находимся